Молдова получит 55 миллионов долларов на развитие животноводства и расширение орошаемых площадей. Соответствующее кредитное соглашение было подписано между Министерством сельского хозяйства и Международным банком реконструкции и развития. Власти считают, что инвестиции помогут нам увеличить поголовье крупного рогатого скота, чтобы у нас было достаточного молока для экспорта молочной продукции в Евросоюз. Надеюсь, это будет одна из программ за последние 30 лет, в результате которой у нас появится как минимум 20 тысяч высокопродуктивных коров. И это позволит, в свою очередь, чтобы на столе граждан Молдовы было минимум 50% местного молока. Вместе с директором Нацагентства по безопасности пищевых продуктов мы дали срок в 2 года, чтобы оказаться в числе экспортеров молочной продукции и сыров в Евросоюз. Согласно решению, целями инвестиций являются развитие недостаточно эффективных подотраслей, повышение доходов фермеров, создание новых рабочих мест и рыночных возможностей, внедрение разумных методов ведения сельского хозяйства и продвижение органического производства. Нам удастся сделать сельское хозяйство более эффективным, приносить больше дохода, в том числе создать больше и более высокооплачиваемых рабочих мест для фермеров, а также стать более устойчивыми. Из общей суммы около 21 миллиона долларов предполагается выделить фермерам в виде грантов для стимулирования инициатив по продвижению и развитию сектора животноводства и садоводства. Еще 25 миллионов будут направлены на восстановление первичной и вторичной ирригационной инфраструктуры. Кроме того, порядка 6,5 миллионов планируется направить на укрепление потенциала агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве и Нацагентства по безопасности пищевых продуктов и создание центра сельскохозяйственного консультирования и ветеринарных центров передового опыта. Около 2,5 миллионов долларов будет использовано для управления проектом. Власти не уточнили, под какие проценты предоставлены деньги и каков срок погашения суммы.